Зимова олімпіада у Південній Кореї триває. З цього приводу ми вирішили дізнатись, наскільки дніпряни обізнані у темі зимових видів спорту та олімпійських ігор. От і тренування, лазіння по вгору, скажімо так. Похоже на санки, тільки лицом вперед, скажімо так, катається, лежаться на живот. Скелетон, ні, перший раз слышу. Щось знайоме, але чесно, спомінити, маму. Ну, так, коли спускаєшся, типу санки, ну, тільки... Где оно типа затачивается, и там один человек, не парный вид спорта. Есть двойка, четверка. Нет, не знаю. По два, наверное. Да. И по одному. Два или три. Может быть и два. По-моему, четыре человека. Четыре или пять вроде бы. Ага, человек шесть. Я без понятия не смотрю. Да. Двое. Четыре, по-моему. Вот честно не скажу, двое, по-моему. Самый это Буковель, конечно. Больше не знаю. Этот Буковель. Что там еще? Ну, в Карпатах что-то есть, не знаю. Это Западная Украина, наверное. Драгобрат, Буковель и Плай. Буковель, естественно, зимних курортов. Возле Буковеля там еще много. Драгобрат, знаю. Ну и Буковель. Буковель. Ну, Буковель. Точно знаю Буковель. Буковель, Яремче, Ворохта. Что-то как-то я в этом году не слежу за Олимпийскими играми. Знаю, у нас по прыжкам вот на трамплине, как там, типа фристайла, да? Авраменко или что-то похожее. Да. Получил золотую медаль, выиграл. Ну вот который получил золотую медаль, я забыла его фамилию. Вот, ну и там лыжницы еще. То, что там в Закарпатье, именно это лыжный спорт. Оксана Баюн, это старенькая, она из Днепра. Был Бубка, с шестом прыгал, потом знаменитая гимнастка была. Для того, чтобы я называл и все остальные украинцы, нужно побольше информации о наших спортсменах давать. На сегодняшний день ее нет. Популяризація спорту відсутствує напроч, тому, извините, нічого не можу сказати. Євраменко, хто тут золото взяв? Усик і Ломаченко по боксу, чисто і все.